Хлой, ты тут? Че, пойдем, Маше, Альтеи поможем. И ВК-10 потанчишь? Пока играем. Ну, после игры, естественно. Я пока Иваза позову, да, остальных друзей. Позови. А то это Маша сделала мага, да? Она вроде всегда в герои доходит, я думаю. Можно помочь, почему нет?
Виталик, ты тут? Угу. Чё, этот, поможешь, умоляю-то? Конечно. Спасибо. Да Маше надо помочь, чё, мага сделала, пускай одевается немного. Давай, кинопати. Чё, ты уже зашёл, Виталику? Я тебе же плюсую в этот а чат. Где у тебя этот? Почему Виталий Чан? Был же Виталий Кун. Ну, этот второй протопал, то есть третий. А там мне ничего не надо. Тут не надо батш. Ну, этот же тоже неплохо танчит. Вытянет десятку и ВК. Хорошо. Что там воет? Вы как у вас игра проходит? А вон ссылку тыкни, погляди. Я забил. Можно смотреть? А столб это кто? Что-то знакомое. Кто кто? Столб, ну. Так, ты будет БДК, да, пойдешь? Блять, Вивасу надо написать ВКонтакте, чтобы зашел Хуриком. Бля, нету хилов знакомых. Марина, блядь, каша. Хуй знает, она иру, блядь, просит. Вектор? Вектор? Да, вектор, который... ВКонтакте напиши этой... как её-то... зовут? Марина. Или Карина.
Какая Карина? Клод. О, это Карина, да. Супер Эрдру. Карина на работе. А, ну да, кстати. Уже время это, ё-моё. А что в гильдии пишет маг какой-то, ну, ерунду всякую, и ник Дример. Дример вообще не в нашей гильдии. Дример чокнута. Привет. Привет, Юль. Привет. Лёха, скажешь, когда там слот один останется? Хорошо. Я зайду. Пока поиграю. Чё там бывает, шахматист у тебя? Чё, король и пешка у него? Мат. Ну-ка, анализировать партию. Давай, заходи на БДК анализатор. Вол, так прикольно анализируется это. Не, вот этот сайт, что ты скинул шахматами, бля, он вообще топовый сайт. Там, бля, и рейтинговые игры есть, и с иностранцами да, всякими да, можно поиграть. Ну, он прям реально крутой сайт. Sigh.